Китайская экономика в минувшем месяце сбавила темпы роста. Это показывают данные по активности в промсекторе, розничной торговле и на рынке недвижимости. Так, добавленная стоимость продукции ведущих промышленных предприятий выросла на 6% по сравнению с показателями годовой давности. Еще в марте рост составлял 7 процентных пунктов. В то же время розничные продажи потребительских товаров незначительно снизились до 10,1%. Похожая ситуация и с инвестициями в основные средства, то есть затраты на строительство, модернизацию действующих предприятий и закупку оборудования. Результат первого квартала 10,5%. Небольшой рост показал лишь объем вложений на рынке недвижимости. С января по апрель он составил 7,2%, хотя в прошлом месяце был на 1 процентный пункт меньше.